Мы находимся у входа в кафедральный собор святых жен мироносец в Баку. Построен он был ровно 110 лет назад, в 1909-м, а в начале 2000-х была проведена его капитальная реставрация. Вот уже на протяжении многих лет сотни верующих приходят сюда в рождественский сочельник, чтобы встретить праздник в храме. Согласно библейской истории, в этот день в Вифлееме родился Сын Божий Иисус Христос. В ночь перед Рождеством праздничные богослужения прошли во всех православных храмах Азербайджана. В кафедральном соборе святых жен мироносец его провел архиепископ Бакинский азербайджанский Александр. Это особенный праздник. С этого праздника начинает свое летоисчисление христианское вероучение. И самое главное, что этот праздник несет нам надежду на мир. Азербайджан пережил очень трудные годы, внутренние междоусобицы, потери Нагорного Карабаха. И, конечно, что такое война, граждане Азербайджана знают не понаслышке. Так вот, главным лейтмотивом праздника Рождества Христова было призыв к миру. Я от всего сердца поздравляю православных христиан нашей страны с наступающим Рождеством Христом. И не только нашей страны, но и христиан всего мира, и, конечно, всех граждан Азербайджана, потому что мир нам с вами необходим, потому что мы устали жить в таком долгом состоянии военных действий, которые, к сожалению, происходят на земле Азербайджана. Всех с праздником мира и благополучия! Рождество – один из самых главных и радостных праздников для православных христиан. В рождественский сочельник верующие приходят в храмы целыми семьями. Для многих это уже традиция. В первую очередь я хотел бы поздравить всех православных Азербайджана и мира с этим великим праздником – Рождеством Христовым. Это великий праздник для всех христиан. Вот. Он объединяет, в принципе, все религии, я бы хотел сказать, и для меня лично это праздник души, праздник чистоты, рождения святого Нового года. Вот. И мы отмечаем его всей семьей, поэтому я хотел бы передать, опять же, всем большой привет и поздравить с новым 2019 годом, пожелать благополучия всей нашей стране, всему нашему народу, чтобы у всех все было замечательно. На Рождество – это который родился Христос Христос, и это праздник всей души, и этот день очень хороший. А мы православные, мы держим пост, мы соблюдаем все православные традиции, как положено любому православному христианину. Мы рады, что на этот праздник собирается очень много прихожан, и не только православных, и других конфессий, потому что Азербайджан такая страна, где мультикультурализм и многорелигиозная и очень дружная страна. На Рождество в храмах и домах стоят наряженные ели. На макушке звезда в память о той, которая, согласно библейской истории, указывала путь волхвам, которые шли с дарами к новорожденному Спасителю. Сегодня в Азербайджане проживают десятки тысяч православных христиан. Действуют храмы и соборы не только в столице, но и в регионах страны. Христианство здесь зародилось еще в первом веке нашей эры. Испокон веков люди разных национальностей и религий проживают на земле Азербайджана в мире и согласии. А с праздниками здесь принято поздравлять друг друга вне зависимости от вероисповедания. Лейла Курбанова, Джавид Гадыров, CBC.